Друзья, всем привет! Сегодня начало ноября. У нас стоит еще теплая, влажная погода. Хоть в ветре и чувствуется наступление в ближайшем будущем холодов. А вот эта моя штамповая роза все цветет, все меня радует. И никак я ее не обрежу, пока руки не дошли. Так как прохожу по саду и всегда подхожу к ней. Что касается штамповых роз, часть я уже укрыла, а часть вот так вот пока пригнула к земле. Вот эти два штамбика я садила изначально рядом, два, думала, больше сюда подсаживать не буду. Вот, и таким образом я изначально запланировала их укладывать крону на крону. Чем выше штамп, тем легче его укладывать. Поэтому не бойтесь высоких штамбовых роз. Мало того, что они смотрятся очень красиво в саду, то еще и очень удобно их укладывать. Здесь плетистая красная роза оставила буквально один цветочек. Не поднялась рука ее срезать. Очень долго она меня радовала. Такая яркая, мелкая. Цвет просто неописуемый. Вот так и пойдет зимовать под укрытием. Все это я уже показывала. Буду укрывать белым спанбондом. Стараться не прижимать его к земле, а просто окутывать. Сейчас покажу, пройдем к моей розовой клумбе, второй, которая находится в плодовом саду. Покажу, как я укладываю на зимовку розы. Большие шрабы и не только. И мой способ, мой метод. Это вторая моя большая розовая клумба. Наконец-то я ее закончила. Все поприжимала, попригибала. Осталось только укрыть. Ну вот сейчас подойду и покажу. Это у меня Пьер де Рансар роза. Относительно молодая и растет она не быстро. То есть вот очень вот это двухлетний побег, жесткий, чуть наклонила, но получилось. Что я делаю? Я оставляю 3-4 больших побега, связываю их между собой. Ну, даже можно 5 где-то, ну вот здесь 4. Это шраб. Связываю ее в нескольких местах, чтобы было удобнее прижимать к земле. Ну и, как я уже показывала, вот такой металлический прутик с хвостиком. Я загоняю в землю под наклоном 90 градусов и привязываю розу. Вот таким способом. Вот эта роза Артемис очень красиво цвела. Я оставляю основные побеги, большие. Все маленькие, тоненькие вырезаю. Обрезала я ее ровно под укрытие, не выше. Ее пригнуть просто невозможно, это очень жесткие побеги, конечно. Ну, ей здесь место быть невысокой, так как она растет возле шрабов. Так, это у меня роз де Толбек. Тоже огромная роза, вырезала буквально половину, даже спиливала взрослые побеги. Это очень огромный и высокий куст, достиг высоты около 2 метров, опоры у меня не было, поэтому он просто здесь был раскидан. На самом деле здесь был густой лес. Очень много я вывезла тачек с обрезанными веточками. Ну вот, навела порядок. Связываю я в нескольких местах и также прижимаю к земле. Кончик в основном нагибаю. Вот здесь у меня, смотрите, прям 3 шраба. Один на одном лежит. Здесь тоже я ставила 6 побегов. А вот эта роза The Pilgrim. Желтая. То есть желтая сердцевинка, немножко края беловатые. Нарастила огромный куст.
Все тоненькие кучерявые побеги внизу я вырезала. Ну а основные большие, которые в этом году выросли до 2 метров, решила сохранить. Ну, посмотрю, как она перезимует под укрытием. Также ее связала в нескольких местах. Кончики оставила с листиками, чтобы вызревали, так как побеги, я так понимаю, еще не подготовились к зиме. Вот, а уже весной буду смотреть, что обрезать и насколько. Также преклонила ее к земле. Так, это у меня Отелло. Очень красивая роза. Ну, просто у нее 1 000 000 шипов. Обрезала ее ровно на укрытие. Вот она имеет какие красного цвета побеги. Это признак сорта. Вот рядом за пилигрим. И вот это. Ну, еще по побегам можно определять то, какого они цвета, такого примерно цвета и розы. То есть белые, желтые побеги светлые. А если роза насыщенного, там красного, какого-то там сиреневого оттенка, то побеги вот такие темные. Дальше. Это роза Джеймс Галвей. Это просто великан. Правда, на ней мало шипов. Ну, как смогла ее преклонить, так привязала к земле в 2 разные стороны. Укрывать я его не буду. Вот так он у меня будет зимовать. В прошлом году зимовал вообще без укрытия. Огромная роза. Обильно цветет. Просто до самых заморозков я обрезала и очень много цветочков выкинула. Жалко, но пришлось подготовить к зиме. Она практически не гнется. Я думаю, в следующем году я ее никак не смогу преклонить, так как побеги вот какие огромные. Вот это Джеймс Галвей. Вот так я навела порядок в этой клумбе. На самом деле здесь был лес. Я боялась сюда подходить. Клумба готова. Осталось только установить дуги, связать их между собой и накрыть спанбондом. Накрываю я спанбондом в 2 слоя 60-кой. Укрывать я буду, когда уже установится минусовая температура, минус 5, 4-5 дней, вот только тогда. Иначе именно эти розы начнут расти, а это не есть хорошо. Вот таким способом. Надеюсь, здесь все хорошо видно, как я попригибала такие дуги. Весна скоро. Вот сейчас отметим Новый год и опять будем заниматься розами. Но пока надо потратить время немного по уходу за ними, помочь им уложиться, укрыться и хорошо перезимовать. Вот такой вот обзор у меня сегодня. Каждую розу я, как уже говорила, подкармливаю калийным удобрением. Расчищаю приствольный круг калийного удобрения горсть. Вот видно красненькие зернышки. И здесь обязательно для лучшего вызревания побегов. После того, как наши розы обрезаны, прижаты к земле, клумба готова полностью для зимовки, до укрытия я рекомендую, и это делаю каждую осень сама, обрабатывать розы железным купоросом. Это защитит наши розы от грибковых и заболеваний и инфекционных ожогов. Может все равно что-то где-то остаться. Вы их уже защитите настолько, насколько это возможно. Да, я буду сейчас обрабатывать, независимо от того, что укрывать спанбондом я буду намного позже. Возможно, мне потом не получится и уже будет холодно. Обрабатывать надо, пока стоит плюсовая температура. Значит, у меня вот этот пакетик, здесь 500 грамм, идет на 10 литров воды. Сейчас разбавлю и хорошо пройдусь по розарию. Смачивать нужно не только розы, а и приствольные круги, так как листья все собрать невозможно.
я не смогла, то есть когда большие розарии, ну это просто что-то из области фантастики, поэтому нужно все приствольные круги обработать, всю зону розария. Растворять железный купорос только в пластмассовой таре, желательно, никакого металла. Все высыпаю. Ну и все это хорошо размешать до полного растворения. А потом уже я разбавлю до нужного объема, до 10 литров в отдельной емкости. Вот такая чача получается, такого необычного цвета, цвета железа. И вот этой смесью сейчас пойду обработаю свои розарии. 10 литров, конечно, мне навряд ли хватит на мои 100 кустов, но надо пройти еще по неукрытым штамбам, которые я не обрабатывала. По ним тоже пройдусь. Сначала опрыскиваю полностью розу до самых кончиков, чтобы на каждый листик попал этот раствор железного купороса. Ну и далее, конечно, хорошо смачиваю приствольный круг этим раствором. Ну и просто розарий. Вот где лежат листики, все обязательно хорошенько смочить. Вот такой сегодня необычный обзор, как укладывать розы на зиму. Мой способ. Можно, конечно, еще какими-то вариантами пользоваться, но, на мой взгляд, это проще всего, быстро и удобно. Розы уже обработаны, то есть эта клумба готова к зиме. Осталось только ее укрыть. Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Розы так выглядят интересно, будь то дуги поставленные, но это розы. Так они у меня зимуют. Опыт у меня большой. Розами занимаюсь около 7 лет. И мне это очень удобно и нравится. И розы на это отзываются очень хорошо своим обильным цветением. Хорошего настроения и хорошего дня. Весна совсем скоро.